Так жрать хочется мне что-то сильно сейчас. Жрать нихуя нету. Один сок, блядь, грохня, блядь. Нету мне еды, ребятки. Всем здравствуйте, с вами расхититель мусорных баков, ребятки. Помоечка кормит, и это я знаю, поэтому сейчас пойду на помойку набирать себе ингредиентов. И прям там сварю себе питательный супчик или кашку. Не знаю, как пойдет, смотря что найду, поэтому всем приятного просмотра. Сейчас вы увидите, как я соберу все ингредиенты из одного мусорного бака. И приготовлю себе сытный обед или ужин. Хуй знает, сколько сейчас времени, ребятки. Ставьте лайки обязательно. А я пошел на кормилицу драть ее, как гиена. Соберу вот только пледик свой. На этом месте, где я ночую, вроде бы меня никто не трогает, ребятки. О, макулатурка. Блин, надо припрятать ее. Это конкуренты, падлы, спиздить хотели у меня макулатуру. Сейчас припрячу макулатурку. Ну все, припрятал. Надо ей покушать теперь. О, вот она, кормилица. Нифига себе, за заборчиком. Сюда мне надо. О, смотри, что написано. Где ты, моя радость? Так где, где? За забором, моя радость. Там мусорный бак, буреночка. Заборчиком такое. Тут даже стол есть, нифига себе. Так я прям тут готовить буду, ребятки. Интересно, чем да тут будет поживиться, ребятки. Ну что, приступим к поиску ингредиентов, ребятушечки. А то я довольно-таки уже сильно проголодовался. Здесь постоянно харчевидные косточки выкидывают мясные. Я надеюсь, мне вот повезет в это время. О, нифига себе, оригинальные Puma кроссовочки 45 размера. Так это на меня, нифига себе. Я хочу покормиться с кормилицей, она меня хочет обуть. Отложу себе кроссовочки на потом, примерю. О, тюльпанчики кому-то дарили на 8 марта. Мне надо все взять, любые ингредиенты, которые будут съедобные. Ого! 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 Что-то, я не знаю, сухофрукты какие-то. Вон, кусючки всякие зеленые. Какие-то ягодки вот, красненькие. Так это все на компотик. А мне надо такое, ну, съестное, мясное. А это все на компотик. Мяса тут нет. Я это пока отложу на потом. Может, еще компотик сделаю. Так. О, какие-то биба. Пыльца, может, есть здесь где-нибудь пыльца. О, пирожочки, ребятки. Пирожочечки какие-то, не знаю с чем, но попробую. Вот сюда отложу. Смотрите, тут кусочек шоколадки Милка с какой-то салфеткой из жопы вытирали ей. Бананы черные. Блять, где еда, сука? Так, что тут у нас? Фу, тут вообще плесени куча. Как мне вот это съесть? Как мне из этого готовить еду? Как? Тут плесени килограмм. Где съестное все на ингредиенты? О! О, ребятки, а вот и первый ингредиентик. Салатная капуста. Она, в принципе, на борщ подойдет. Так, что-то тут еще есть. Картошечки. О, три картошинки, ребят. О, ведерко вот себе отложу. Капустки, три картошечки. О, а, сука.
там кто-то умер в пакете. Фу, блядь. Ну, какие-то мясо тут. Блин. Что это такое? Сердца цыплят. Фу, ебать, оно воняет, ребятки. Сердца цыплят нашел, мясовидное, вот. Так, просрочено, ну, на 3 дня, в целом не мало, но и немного. Поэтому берем на готовку. Вот, вот такие сердца куриные. Так, сюда убираю ведерко. Ну, надо мне еще съестного чего. Может, тетя мне сейчас там что-то будет у тети в пакете. О, еще хлебеца, какие-то кортки хлебные, вот, поездили. Сверху их поели, походу. Ну, хлеб-то мягенький, хороший, беру. Не, ну вот ингредиент. О, а, это от курицы гриль остатки, вот, жижа, жир. Ммм, как пахнет, вот это аппетит только мне разогревает. Стринги с выделениями, ребятки, вот выделения красные. Стринги женские, не, это несъедобное. Йоргут их кто-то ел. Вот. О, крекеры с белыми грибами. Нифига себе, блин. Почти целая коробочка тут крекеров. Ребятки, покушать мне еще свежачка таскают сюда. И ингредиенты это. О, бублички, ребятки, бублички, сосыните. О, аж кудишечка мне на покурить. Ну, так она еще и рабочая, в ребятки. Ништяк. Ребятки, мне оставили один орешек со сгущеночкой. Просто песня. Это просто подарок судьбы, реально. Еще чуть-чуть каких-то чипсичков, вот. Орешки, вот. О, ебать, и тут цукатики еще. Вот тут одна печенька. Вот сюда буду складывать еду. О, какое-то ведро от раков. Ножки, вот кто-то раков кушал. Что-то типа наподобие мяса я уже нашел. Мне теперь надо найти, ну, вермишель, там вот это все. О, еще мне на покурить, аж кудишечка в ребитке. Не, она севшая, но я это продам за 10 рублей. О, кстати, всех с прошедшим 8 марта вас, девушки. Всего хорошего вам. Сосисочка в тесте. Вот там она. Вон она лежит. Да я на потом отложу, покушать тоже. Всю еду беру, абсолютно. А там уже буду разбираться, из чего готовить себе суп. О, так там 2 вторяка снюса, не. Мясные косточки. Ну, там мяса нет, так бы я бы взял. Опа. Сука. Ребятки, пицца, но только вон там мусор. Это строительный мусор, пыль. Блядь, падла, сука. Ну, почему они, блядь, испоганили мне пиццу? Лобковые волосы и кусок пирога. Вот, волосы с лобка, кусок пирога. Пару блинов. Заберу это, поем. Сука. О-хо-хо. Ой-ой-ой. А вот на технику я даже не рассчитывал, ребятки. Я знаю, что это. Аригатор для ополаскивания полости рта. От бренда Bevel. Стоит такой аригатор вот столько. Ну, а мне бесплатно с кормилицы. Я его на продажу заберу и продам рублей за 800. Ебать. Сироп салит барамель. Салит карамель бонвида. Это сироп для приготовления всяких различных, ну, вкусняшек, типа коктейлей там и так далее. Тут почти полный литр. Так он, походу, просрочен. Срок годности 24 месяца, а дата изготовления 19-й год. 20... Ну да, в 22-м году просрочился он. А вот это нам очень надо. Так, не, это чай. И это чай.
А вот это остатки перчика. Нам на готовочку поперчить. О, кусочки шоколадок с волосней. Вот. Приодеться. Какая-то спортивочная эта курточка. Ребят, фирма Рибьёк. Рибьетки. Ну, она маленькая мне будет, по-любому. Это костюм, оказывается, Рибьёк. Хотя не, на меня пойдут. Штаны точно беру. Помойка одевает. А вот сюда посмотрите. Каша рисовая с говядиной. Рисовая кашка с говядиной, ребятки. Так это же бомба. Это вообще почти, считай, готовить ничего не надо. 20-го года она изготовлена, а срок годности 2 года. В 9 месяце 22-го года оно просрочилось. Но если это вывалить все в кастрюлю и подогреть, и поварить, я думаю, после термообработки оно будет вкусное. Он каша перловая, консервы мясорастительные, со свининой дрестительной. Короче, я забираю по-любому. Тут 4, 5, 6, 6 консерв. Я это откладываю. Это пока пусть тут стоит, я еще не дорылся. Я пойду пока воду ставить на разогрев. Заходи. Хлебца, хлебеца. Вот сюда это еду, это все складывать буду. Одноразочка, мясовидные это. Ищу пирожки. И вот приготавливаю газовую плитку. Мою шикарную плитку свою. Вот. Блять. Блять, ты чё? Чё мозги ебёшь ты, сука? О. 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 Работает она, работает, ребятки. Вот моя кастрюлька. Ребят, воды нету, я воды не нашел. Надо раздобыть водички. На бутылочку. О, да тут, конечно, очень много бутылочек. Вот, возьму баклашечку. О, так вон, святой источник. Вот водичка мне как раз на готовочку. Дождевая она, чистая, пресная. Пойдет. Вот эти водица. Главное не бултыхать, ну, не калашматить. Чтоб грязь вся со дна не поднялась. О, так нифига себе, ребятки. Как горный ручей. Ну, погнали готовить, вода уже есть. Ну что, ставим кастрюльку. И пусть пока водичка греется. Думаю, вкусный будет супчик или борщик, или кашка, я не знаю что. Так, может тут добавили еще мне ингредиентиков вкусных. Ну, всякие шкарлупки, косточки. А, вон чуть-чуть капустки, остатки. Не, либо. О, еще, а не. Ой, не, стухло. О, нифига себе, смотри, сколько вкуснятины. Вон кусочек чего-то майонеза краснодарского. С каким-то маслом он. Так он 23 декабря выпущен. Не, это грозит мне не отравлением. Представляешь, приправа к рыбе. Сырный крем-суп по-французски. Ребят, сырный крем-суп в упаковке запечатанный. Вот его я сейчас и буду готовить. Суп алфавит. Приправа универсальная. О, усхо, сунели. 100 грамм, вон, приправки. Не, вот эта песенка. Нифига себе тут сколько приправ. Вот это бомба. Вот еще что-то, какой-то тяжелый пакет. Ребята, пахнет вкуснятиной рыбной, ухой. Рыбьи тут хребты, походу, имеются. Рыбья шелуха. Рыбья голова. Так это пахнет сытной ухой. Щучьи рыбьи головы. О, я щучий вынос нашел. Ой-ой-ой, ребятки, ой-ой-ой, нифига себе. Нифига себе сколько. Посмотрите, сколько голов. Не, походу мы уху будем варить. Так, вот в эту коробочку буду накидывать сейчас себе рыбьих голов. Я-то в рот ебал. О, о. Еще рыбешечка. О, нифига себе, это мясо, вырезка. Вот, сейчас я вырезки еще поднакидаю. Ох, вкуснятина. Вот еще рыбьи хвостики, вырезки с мясом.
Обалдеть. Вот это буду готовить. Сейчас пойду закину. Сразу, чтобы варилось. Обалдеть, ребят. Так это красная рыба. Она дорогая. Кошмар. Все, закидываю прям в кастрюлю. Кричит она. Вон. Уже пары выпускает. Так, что-то вот эти вот косточки повыпирали. Как будто воды мало. Блин, мне ж надо, чтобы оно все сварилось. Так, где у меня ложка была? Я, кстати, вторую взял ложку, чтобы кто-то со мной тоже поел. Максим, будешь кушать? Вот это поворот! Зря. Так, вот это утрамбовываю рыбку, чтобы она вся сварилась хорошо. Уха, это сытно. Эти рыбки мне уже не нужны, потому что я в кастрюлю набрал. Это конкурентам оставлю. О, инжирчик. О, еще инжир. О, сладкие приправки вон. Кузюм, ребятки, кузюм. О, аджика домашняя, обалдеть. Виктория Секрет. Нифига себе, косметичка женская. Да вот сейчас выкинула девушка. А это что? Так это, блядь, пенопласт ебучий. Это пена монтажная. Я думаю, это хлеб. Я перерыл мусорный бак целиком и полностью, ребятки. Посмотрите, я как гиена поработал. Все, перервал, остался вот один пакет. И в нем тоже рыбьи всякие эти штучки. О, нифига себе, женщина какая интересная. У тетя, дядю, нядя. Так, ну и все, больше ничего нет по ингредиентам. Вон там у меня еще целая коробка лежит. Сейчас я ее заберу и приступим к готовке. А я думаю, что оно так долго греется? Так потому что крышкой надо накрыть. Я дебил, блядь. Вот, крышечкой накрою. Она сейчас быстро закипит, уха. Так, мясо я закинул. Далее, что можно добавить? Давайте проведем осмотр всех ингредиентов, которые я нашел в этом баке. Итак, вот были найдены вот эти сердца. Кстати, запаха тухлятины от них даже нет. Но я же решил уже варить уху, поэтому эти сердца оставлю, наверное, бомжам. Рыбу с мясом мешать, ну, я не знаю. Это будет, наверное, невкусно. Далее, приправки. Вот, приправа к рыбе, смотрите, обалдеть. Давайте ее сразу добавим. К рыбе им приправим. Все, хватит. Так, здесь я нашел какие-то вот орешки. Арахис, вроде бы, вот. Прям в зернах арахис хороший. Поем арахиса, пока оно там закипятится. Обалдеть, он даже хрустит. Нету даже этих червячков. Далее, арахис, какие-то зернышки, кукусючки. Нахуй. Арахис сюда. Здесь еще есть инжир. Но ему очень много лет, видно сразу, посмотрите. Это уже трупное окоченение у инжира. Его я не буду употреблять. Есть уже инжир. А, это финики, обалдеть. Финички, вот. Финички. Но эти уже повкуснее выглядят. Вот, финички. Так нифига себе, они вкуснее. Они вкуснятина. Обалденные, мягкие, свежие. Обалдеть, обожаю финики. Так, давайте... Выберем суп алфавит, я туда добавлю, или сырный крем-суп. Я думаю, сырный крем-суп более к рыбе лучше подойдет. Поэтому добавлю его. Уха крем-суп сырная. Ухой прям хорошо отдает. Добавляем крем-суп. Я готовить не умею, но я всегда по ходу дела импровизирую. Обалдеть, пахнет рыбкой и сыром. Это что-то из Инскальне по-итальянски. Je t'aime, бля. Сеневеридеде абрибаурить. Суп. А ну, попробуем на соль, кстати. Нифига себе, он такой сытный. Так, подумаем по поводу вот этой тушеночки. Каши, вот что это тут? Каша перловая со свининой. Да, очень жестко она просрочена. Это я для бомжов отложу. Не буду свой суп портить, добавлять вот эту бибу. Вот, бомжам отложу вот сюда. О, вот тут я нашел какой-то вот сосиску в тесте недожаренную, какую-то засохшую. Не, ну она видно старая по-любому. Вон там сосиска уже.
Ой, не, дохлятиной воняет сосиска. Видите, трупное окоченение у нее, немного желтоватый цвет вот здесь вот. Вот. Я как эксперт уже понимаю, что вот это вот, это просрусья 100%. Так, далее, вот мне хлеб. Хлеб есть мне для рыбьи. Пару оладичков. Вот, вот эти злаки. Давайте добавим ради эксперимента медовых хлопьев туда. Вместо макарон. Потому что макароны не нашел, вместо макарон хлопьев туда. Хуя себе, ебать. А суп алфавит может тоже добавим. Я вижу на картинке кусочки вермишелей. Макароны я не нашел, добавлю и суп алфавит. Да сроки годности мне даже не важно. Чуть-чуть, немножко, потому что там вон вермишельки я вижу есть. Алфавит и буквы. Ой, ухушка моя вкуснятина сейчас будет, уже скоро готова. А вы пока, ребятушечки, поставьте лайк на видео, потому что помойка кормит, а за это надо лайк обязательно ставить. Ну а вам, естественно, я не советую употреблять такую еду с помойки, потому что мне можно, я эксперт в этом деле, да? Я жил с бомжами в подвалах. Я лет 7 где-то, если не больше, на улице прожил. Вот не питаясь ничем из магазина, ничего не покупал. Всегда ел с помойки. Я с бомжами школу выживания прошел. Они меня всему научили. Капусту я туда не буду добавлять. Я думаю, она там лишняя. Давайте, хлеб хороший. Давайте попробуем вот эти пирожочки пока перекусим. Ебать, что оно такое? В трухе какой-то он. А, так тут плесень, вон. Вон, видите, зеленая бубышечка. Вот это плесень. Пирожочки приехали. Ну да. Они, короче, с яблоком, а яблоки скисли внутри. Усхо сунели. Что это такое, ебать? Какие-то сунели, приправы. Нахуй не надо. Не, ну вот это вообще булка какая-то. Кто-то грыз ее, правда, он уже поеденная. Видите, всю верхушку сладкую съели. А мне только то, что на низу оставили. Кстати, я чуть не забыл про вот этот перчик. Для перечного стейка приправа. Но ее там совсем немножечко. Но нам на суп вот этот хватит. Приправкой посыпем. О, так тут уже все закипело, капец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой-ой, ой-ой, ой. Ули, ты смотришь, ебать. Тоже проголодался? Так кушай со мной, приятного тебе аппетита. Сижу, жду. А что мне еще делать? Когда она ж там уже приготовится-то? Сижу. Приправа универсальная он еще есть. Можно тоже слегка добавить. Красота. Пора уже готовить тарелку, я думаю. Чистейшая была тарелка. Вот так вот, вот протрем. Ну, уже в этот раз почище намного. Аж скрипит. Хлебушка это есть. Что тут еще добавить? Буду щелкать орешечки, пока не приготовится. О, ебать. Вот, находил уже одну печенюшку. Давайте пробовать. Подозрительная она. Хотя не, вкусно. Так. Аппетитный. На минут 20 еще подождать. Прошло 20 минут, как этот парень пытался сварить уху в великом городе Краснодаре. Вот он, в центре города. Угу. Вкуснятина. Требух. Варится оно еще минут 15 примерно. Попробую пока вот эти крекеры с белыми грибами. Блин, кстати, в ухе не хватает прям грибов. Вот я чувствую, как бы они туда подошли, очень хорошо бы вписались. Ну, так крекеры даже запечатанные. Это я украшу им свое блюдо, посыплю сверху. Сейчас скоро доготовится.
самое блюдо и будем наконец пробовать, а то я изрядно уже проголодовался. Ухушка вообще бомба. Тут бульон просто шикарный, он густой такой получился. Так, я знаете, что придумал? Я вот находил вот этот соус, аджика домашняя, острая. Ух, какая она ядреная, пахнет прекрасно. Сейчас ее попробую, насколько она острая. Очень. Не, она очень острая. Конечно. Такую аджику, блин, можно годами хавать. Она очень острая. Перебор. Жжет. Не могу. Давайте уже пробовать суп. Я думаю, он уже там подоспел. Бульончик попробую на соль, как он там. Хорошенький, не? И если бульон уже самое то подоспел. Капец, шикарно. Уже дальше нет смысла варить, уже переварится. Все, я уже наконец сейчас буду кушать, ребят. Как я его-то долго ждал. Пусть я и в помойке рылся, но гигиену надо соблюдать. Ну что вы там в комментариях, как думаете? Напишите, вот, какой вкус вообще. Вкусно будет и сколько я смогу съесть этого супа. Вот, напишите в комментариях, как вы думаете. Но я думаю, будет просто божественно. Они даже склеились. О. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уха. Если ваша уха не похожа на мою уху, даже не смейте меня звать на вашу уху. Так вы посмотрите, какая сервировка красивая. Вот, и добавляем бульончика крем-супа сверху. Присыпаем все аккуратненько сухариками. Вот так. Вот, смотрите, вот так. Вот так присыпаем сухаричками, вот. Не хотите супчика? Ну, только от него можно отравиться, от вот этого именно. Ой, вкуснятина. Ну что, пробуем рыбный хвостик, ребятки. Рыба шикарная. Обалдеть. В прошлый раз было не так вкусно, как сейчас. Обалдеть. 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 Вкуснятина. Сейчас бульончиком еще. Главное кость не сожрать. А то поперхнуться можно. Обалдеть. Косточки, да, попадаются только лишь. Рыба красная. Это, походу, лосось. Рыбу оцениваю по 10-бальной шкале на 9 с плюсом. 10 не ставлю, потому что костей много. Но если были бы целые рыбины, а не обрезки, было бы намного круче. Все съел. Все мясо съел. Не, ну это шикарно. Просто я очень сильно удивлен. Как это так вкусно у меня получилось. Так, теперь пробую бульончик. С орешками очень изысканно. Вот орешек плавает. Так, а ну с сухаричками как? У меня прям уровни готовки вырастают. Ой, остро очень. Но это прям вот как надо остро. Ни больше, ни меньше. Хотите спросить по бульону, да, как оцениваю? Даю бульону из 10-бальной шкалы целых 9 единиц моих одобрений. Потому что единица 9 полностью подходит для этого бульона. Он очень сочный, такой густенький даже. Да, пусть не хошел я картошки, макарон всего, но то, что уже как есть оно, очень вкусно. И не то, чтобы по вкусу вкусно, но по сути очень вкусно. Во-во-во, цельную хочу. Ой, вот это очень изысканно. Обалденно, хлебушек на обязательно. Ну, чтоб сытнее было. Угу.
Просто кайф. Ну, конечно, форелька или лосось, все это очень вкусно. Ох. А ты что смотришь? Слюнки у тебя текут? Так бери, ешь, хули ты стоишь? Я сейчас все схаваю. Бери, на хребет, бери. На. Белиссимо, просто можно слюнки облизать и потекти их и заправить. Но только лишь приснится такое объедение. Блять, ну и сон конченый приснился. Кошмар, как жрать-то хочется, ебана жизнь. Я чё, конченый вот это готовить на помойке? Да я всегда ем объедки от шаверми. Нахуй оно мне надо вот это готовить? Ну и сон, блядь. На грани фантастики. Чё, вам видос понравился, нет? Как меня помойка кормит? Если да, обязательно поставьте лайк, ребятки. И подпишитесь на канал, кто не подписан. Самое главное, что помойка кормит. Всем приятного аппетита, кто кушал вместе со мной. А я пойду посплю. А то сны какие-то ненормальные снятся мне. Вообще неправильные.